Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год ждет, вот настанет, исполнит мечту твою. Если снежинка не Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, дорогие ребята, в этом году развивающий центр «Юные таланты» с вашей помощью выпустил много интересных и познавательных телепередач. Самые интересные – это встреча с настоящими космонавтами, сказочное шоу с гигантскими мыльными пузырями и всем полюбившиеся спектакли кукольного театра. Кстати, Алина, мне очень понравился спектакль «Три поросенка». Здорово! А мое любимое шоу – это опыты и эксперименты в детской научной лаборатории. Да, было здорово! Ребята, вы были активными и любознательными. Мы с Алиной приглашаем вас принять участие в новых познавательных телепередачах в развивающем центре «Юные таланты Башкортостана» в новом 2014 году. Мы желаем вам быть успешными, здоровыми и счастливыми! С Новым годом!